Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Тут слишком тихо. В засаду бы не угодить. Согласен. Однако разведка бой. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Не думаю, что мы готовы к испытанию. Не забывай, что он заручил. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Раз и навсегда нейтрализовав все дапила. Чем могу помочь? Напоминание. Персонал обязан постоянно на себя. Случилось. Неестественно быстрое старение. Кроме того, у некоторых пулевые ранения. Надеюсь, Андерсон еще жив. Андерсон – ветеран РСП. Он участвовал во множестве тайных операций в тылу врага. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Андерсон мертв. Но я прихватил его шлем. Кажется, он цел, чего не скажешь о майоре. Отлично, принесите его мне. Я проанализирую его на предмет полезных сведений. Есть. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон. 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции Гризли, защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. Что нам нужно сделать? Цели задания обновлены. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию устройства об здании. Должен быть способ проще бить. Постараюсь найти. Защиты.
использовать устройство маскировки. Понял. Активирую лазерные сети. Отправлю команду разобраться. Простите, Андерс. Дело место небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданских лиц и исследователей немедленно проследовать ближайшую. Пилот Купер, я передал часть функции моего ИИ на устройство, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Оставшихся яйцеголовых и устройте засаду. Активированы дополнительные лазерные сети. Окружаем его. Есть, сэр! Есть! Прижать его! Открыть огонь! Стоп! Мы обнаружили нарушителя, но он двигается беспорядочно. Бета-4, где вы? Кто-нибудь скажите, что сделал? 83. Нам нужно бежать. Нельзя останавливаться. Испытание должно быть завершено. Пилот,
Я нашел запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Журнал Андерсона 341 АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Конец записи. Если мы сейчас не протестируем ковчег, друг... Нового шанса не будет. Зулу 6, подготовьте ковчег к доставке. Журнал Андерсона 342. Источник энергии искажающего орудия называется «Ковчег». Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. Где же этот ковчег? Конец записи. Начнется, когда ковчег будет на месте. Около моей позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец.
оружие на спутнике планеты. Это был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета. Гармония. Они хотят нанести удар как можно скорее. Нужно сообщить об этом Сане. Убер, я ознакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Открывайте огонь по военным, не относящимся к АМС. Рекомендую встретиться у колец, где я смогу просканировать энергию след ковчега. Противник, нас атакуют! Цель скрылась! Кольцом. Я пометил его местоположение. Пилот, включая в сонарный пульсовик. Похоже, что ваши действия в прошлом настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем.
Пилот, нам нужно выполнить задание. Советую подобраться как можно ближе к центру колец. Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию, планету ополчения, с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту.